вопрос задан о дыхании. Чем там дыхание по Фролову, Бутейко, Стрельниковой отличается друг от друга? Ну вот смотрите, я эту тему для себя объяснял в книге по дыханию. Попробуем ее разобрать. С одной стороны, если так просто посмотреть, ничего сложного нету. Но это когда ты не знаешь, что в целом мир очень сложное образование. Начинать разговаривать о дыхании. Опять-таки, что мы видим? Мы видим, что практически у всех животных и человека система дыхания устроена так, что, смотрите, сначала идут ноздри. Зачем вот ноздри? Две ноздри. И, как правило, они идут так, что струя воздуха, она как бы снизу, омывает или обходит мозг. Далее все это собирается в одну трубку, трахею, и пошло в легкие. Опять-таки, легкие имеют две половинки. Далее, интересно, да? Вопрос, а почему бы, если немножко вперед я забежал. Вопрос, а почему такое устройство? Вот две ноздри у нас. Далее все это сливается в одну. Потом опять разделяется на две там. Как-то не ясно. И в основном разобрана такая функция дыхательная. Это снабжение организма кислородом для того, чтобы шли окислительно-восстановительные реакции. То есть, интересная вещь. Вот дыхание начинается как бы вот извне, наружу. А заканчивается непосредственно в каждой клетке организма. То есть туда доходит кислород как окислитель. И он именно там позволяет совершаться всем этим жизненным процессом. Окисляется субстрат, выделяется там энергия и все такое. Вроде как с этой стороны все понятно. Вот смотрите, если мы имеем дело только с кислородом из воздуха, который окисляет субстрат для клеток, возникает вопрос, а почему мы имеем вход в организм в виде двух ноздрей? Зачем нужны две ноздри, когда если кислород, ему все равно одно отверстие, которое входит, и все, раз так. А получается, нет, совершенно не так. Вот почему-то. Вот почему-то и все. Тут имеется толкование наших более древних ученых, более чем современных, которые, оказывается, прекрасно разобрались, почему именно две ноздри. Оказывается, как раз все заключается в том, что начнем, так сказать, быка брать за рога. Все заключается в том, что во время дыхания что у нас происходит? У нас увеличивается во время вдоха объем тела. Можно так сказать, вот пространство, которое имеет энергию, так сказать, потенциальную энергию. Оно во время расширения грудной клетки входит в наш организм. И так как организм наш работает, он эту энергию пространства, видите, не кислород, а энергию пространства, использует из потенциально переводит в кинетическую ее. И вот за счет этого проявляет усилие. И смотрите, вот ее моя тема действительно очень сложная, но я так ее попытаюсь изложить, как я так понимаю. В сумбуре важно понимать следующее, чем больше ты что-то излагаешь, обдумаешь, тем далее проще ты можешь это все изложить. Но пока сложно излагается. Итак, вот, как правило, натуживание в проявлении, значит, силы человеком,
ну, мы, люди, больше знаем себя. Допустим, в тех же приседаниях, подъеме тяжести, там жиме лежа, подъеме на бицепсы и так далее, так далее. Тут все кругом там стали качками и, так сказать, приобщились к силе, что все происходит на задержанном дыхании во время вдохи. Вот вы вдохнули и так и пожали штангу. Именно на вдохе вам сжать ее легче, нежели делая вдох-выдох, вдох-выдох на задержанном дыхании. То есть мы с вами, и как правило, даже стараемся так и вдох так сделать, довольно-таки не средний, а так побольше. Не максимальный, но побольше. Вот, что значит оказывается. Когда мы вдохнули вот этот вот воздух, то есть мы взяли в свой организм, можно так сказать, свежий объем энергии, которая имеется в пространстве. Вот здесь она. Мы все с вами находимся в вакууме, в конце концов. Вроде бы как этот тут воздух окружает, но по большому счету все это возникло из вакуума. Значит, взяв свежую порцию, мы ее направляем в виде уже мускульного усилия, напряжения, в то иное движение. То есть, вот многие говорят о том, что там силу там тренируют, там еще там что-то такое делают. Ну, в основном силу. На самом деле, это мое мнение, мы совершенствуем механизм по преобразованию вот этой вот потенциальной энергии вакуума, пространства, в кинетическую. И вот чем он становится более совершенным, тем более лучше человек может его реализовать, тем больше он может развить вот это вот волевое мускульное усилие. Потому что есть люди, вот, ну, мы знаем, с большим весом, там весят по 180 килограмм. А есть люди, которые весят 80 килограмм. И они развивают тот же, там, допустим, жим лежа. Практически те же усилия, что те там жмут по 200, что эти жмут по 200, а то и поболее. То есть все дело в том, насколько у нас настроен наш аппарат по приему потенциальной энергии из пространства и возможности превращать ее в кинетическую, в виде движения. Конечно, там различные рассуждения о волокнах, белые там, красные волокна. Это имеет место быть, но основное, то есть суть, понимаете, вот как будем говорить, вот вроде бы мы с вами ходим по земле, но на самом деле мы находимся в вакууме. Все возникло из вакуума. Вакуум — это удивительная субстанция, необычайно плотная, необычайно текучая, необычайно энергетическая, энергетически насыщенная, энергоемкая, информационно емкая. Вот это вот все такие вот характеристики вакуума. И умение с ним работать, ну, мы в нашем случае, мы тут разбираем просто проявление силы. Вот для силы вот этот вот механизм. Умение, значит, на вдохе взять натужиться и, значит, вот это вот выдать это движение. Особенно вот эти вот силовые движения, связанные там с тягом, жим лежа, жим стоя, подъем на бицепсы, приседания. Все это завязано вот на этом вот механизме. То есть на вот этой вот мощи. Помимо, значит, вот в легких, или там, можно сказать, не обязательно в легких, а вот в самом организме совершается вот такая вот такая интересная вещь. Взятие энергии из пространства и умение ее, значит, превратить, я уже тут повторяюсь, в какое-то мощное физическое движение. То есть легкие у нас и вообще функция дыхания, она не только поставляет кислород в эти самые, в клетки, потому что постановка кислорода в клетке, она не объясняет, откуда сила, как вот этот вот совершенствуется вот этот силовой там механизм. Вроде за счет роста мышц, в то же время мы знаем, что есть люди с мышцами в несколько раз меньшими, а при этом
не менее сильные, чем какие-то там гиганты. То есть тут очень много вопросов, которые ждут своих таких ответов. Далее, закончим, значит, мысль. Значит, наш организм во время дыхания, и как раз древние это сказали, он поглощает не только кислород, а они правильно сказали, а поглощают прану. То есть у нас есть энергетическое тело, которое как раз вот и совершенствуется. Оно как раз существует и, как бы сказать, питается за счет дыхания. Вот это вот энергетическое тело, оно как раз и совершенствуется в том, чтобы взять как можно больше энергии из пространства и далее уже ее выдать туда-сюда. И, кстати, интересно такую вещь сказать. Вот энергия, как правило, вот она не накапливается так, чтобы, знаете, вот мы постоянно были такие сильные, проявляли усилия. То есть, когда нам надо это проявить, мы как раз ее берем. То есть, вот человек там делает становую тягу. Он вдохнул и попер. Потом все, штангу поднял, бросил, выдохнул, расслабился. То есть нету такого, что он взял и постоянно он в каком-то таком вот напряжении есть. То есть такого нет. Вот сколько нам надо энергии, вот, допустим, на жизненные процессы, мы столько и берем во время обычного дыхания. Берем как за счет поступления в клетки там кислорода, так и за счет того, что именно берем то или иное количество праны. Вот разница между, значит, двумя вещами. Это меня просто удивляет. Древние, они сразу, так сказать, в корень глянули, что мы берем энергию. И эта энергия вот как раз обеспечивает жизненный процесс. А современные, значит, вот ученые, они, что, мол, в кровь поступает, там кислород разносится, и с учетом вот этого уже там построили там различные далее дыхательные там системы. То есть важная вещь – это энергетическая часть дыхания. И вторая вещь, такая менее важная, но которую сделали, знаете, поставили на первое место современные ученые – это насыщение там организма кислородом. Все это тоже разобрали.